Рособорнадзор лишил образовательной лицензии два вуза – Липецкий институт управления и Московский банковский институт – на основании решения арбитражного суда. Кроме того, запрещен прием студентов в филиал Казанского Приволжского федерального университета в Набережных Челнах и Воронежский филиал Московского гуманитарно-экономического университета. Также Рособорнадзор лишил государственной аккредитации Институт дружбы народов Кавказа по специальностям сервис и туризм и юриспруденция. Если вуз лишается государственной аккредитации, учредитель обязан перевести студентов с их согласия в другие высшие учебные заведения с сохранением всех условий обучения. Конфликты всегда интересные.